Что такое? Дана это полезла не туда. Короче, мы не снимали 100 лет влоги, но мы вернулись. Ребят, мы решили заснять вечерний влог, потому что нам очень скучно. Мы сегодня не поехали на съемки. Вот, они поехали на съемки, потому что мы поздно вернулись. Правда, будь здоров. Вот, и решили снять вечерний влог, потому что вы очень просите, пожалуйста, когда влог. Ребят, почему мы не снимаем влоги? У нас локдаун, снимать-то по сути нечего и негде. Вот, поэтому мы снимем сегодня дома, а вы там уж зацените, понравится вам или нет. Скучали вы за влогами или нет. Итак, ребят, хочу кое-что показать. Я всегда, когда захожу к Диане в комнате, мне очень становится грустно, потому что я очень сильно полюбила вот этих вот бабочек, которые... Смотрите. Ну, были такие. Я их кормила, но они что-то, я не понимаю, что с ним случилось. Ребят, эти бабочки же умерли. Почему? Они у тебя прожили 2 недели. Эти пару дней всего. Эти пару дней? 3 или 4, да. Хотя в общем, ребят, представляете прикол? Бабочки, которые неполноценные, которые инвалидики. Она прожила 2 недели. Она прожила 2 недели, а бабочки, которые просто потому были шикарные. Потому что они поломали крылья друг об друга. Когда мы были на съемках, они, ну, походу... Об друг друга, короче, летали. Блин, ребят, на самом деле, мы, когда они умерли, плакали. Они это, знаете, это как питомец, потому что они вот в природе ты как бы, ну, особо не обращаешь внимания, ну, красивая бабочка и все. Ну, посмотрите. Но они ручные. Они ручные, они садятся тебе на руки. Это так мило. Единственное, что кто боялся бабочек, это да. Да. Мы, ребят, то есть... Она до сих пор их боится. Да, Дан, расскажи, как ты пошла бабочек смотреть. Ну, короче, я зашла в ванну и хотела посмотреть бабочек. Я думала, они не будут летать, они там спят, лет. Ну, и, короче, она из них залетела в ванну, я испугалась и спряталась под своей раковиной. Короче, и ребят, все. Дана приболела, я кстати, у нее странный голос. Утром кричит. Уберите бабочек, уберите бабочек, это была Дана. Ребята, она пошла смотреть бабочку и так раскричалась. Мы поднялись наверх. Я думала, что там одна, там их много. Мы зашли в ванну, она сидит под раковиной и истерически орет. Короче, и еще, Дан, лечись. Вот видишь, мама говорила, не бегай. В общем, ребята, у нас Дана проблемная. Она бегает, ей становится жарко, потом получается это в школе. Потом она выбегает на улицу, короче, и да, лечись. Ребят, та-дам! Вы видите, что это? Ничего не узнали? Топ из клипа «Hey Boy». И топ, в котором я должна была изначально сниматься, но он на меня большой, и поэтому вышло так, что мы пошили... Ребят, представляете, топ, да, мы заказали вот этот топ, и Диана должна была сниматься в голубом топе, и под него мы еще заказали брюки, но так как не подошел по размеру... Кстати, но он уже ушитый, его ушили, да, уже он уже Диане подходит. Вот, и, короче, нам за сутки, даже больше, меньше, чем за сутки, вернее, пошили вот такой вот топ розовый. Вообще, я приложу к себе и приложу. Давай, приложи. Тебе как платье будет. Вау! Класс! Да, платье. Давай. Ребят, скажите, вы смотрели клип на канале Леди Диана «Hey Boy»? Понравился вам или нет? Очень интересно знать ваше мнение. Да, ну покажи. Нет, ну давай, встань сюда, вот сюда встань. Покажи. Вставай. Давай. Можно, если ты можешь? Да, хорошо. Все, молодец. Все, забыл, маленький мой пультик. Так, что ты хотела сказать? А, ребят, пишите по поводу клипа «Hey Boy». То есть, понравился вам или нет. Но знаете, ребят, на самом деле, нам он очень понравился. Это наш любимый он клип. Он очень красивый. Вот, он очень красивый. Там есть история, она вроде как короткая, но понятная. Да. То есть, вот, смотрите, что здесь. Здесь, ребятки, у нас цифра 10. Это Кирилл поздравил Диану с 10 миллионами подписчиков. Ура! Тут еще был букетик, но его уже немало завял. Спасибо Кириллу за поздравления. Ребят, спасибо вам за 10 миллионов. Это просто крутое число. Так, ну что? Короче, Стоп. У меня еще телефон не сел. Ребят, что мы хотим вам сегодня во влоге рассказать? Мы хотим вам показать, где загорает леди Диана. И мама. И, да, и я тоже. Потом, мы хотим распаковать там 2 посылочки к нам пришли, посмотреть, какие там пришли вещи. И хотим вам показать, я не знаю, показывать или не показывать. Короче, ребят, во втором доме... Новый дом. Ну как, он не новый,
который здесь у нас во дворе, короче, типа гостевой, но когда мы сюда переехали жить, он был без ремонта, и сейчас там уже почти доделали все. Но там, по-моему, еще уборка идет после ремонта. Вот. Ребят, там, короче, мы делали ремонт, типа, в общем, не буду рассказывать, и там есть одна такая вещь, которая символизирует каналы Дидиана и вообще саму Диану. Да, короче, мы вам хотим это кое-что показать. И что еще хотела сказать? Ребята, я не знаю, у меня в последнее время что-то с памятью. Я все забываю, и это проблема, короче. Сейчас буду проходить обследование, потому что, ребят, на самом деле у меня с памятью действительно большие проблемы. Я только сказала, я забыла, что я сказала. Короче, старость не радость, я не знаю, что это такое, честное слово. Всё, ну все, пойдемте вниз, распакуем посылки. О боже мой, нельзя поднимать, она тяжелая. Ребят, кого вам Дана напоминает с такими косичками? А ну, встань, Данась. Никого не напоминает? Не напоминает девочку. Из семейки. Адамсов. Это там, где вампиры типа жили? Да. Они не вампиры, кто там? Кто? Там просто семейка Адамсов, это типа такая смешная семья. Там ну, вампиры какие-то странные. Там они не походу... черные, они синие. Ну, вот. Ладно, погнали. Идемте. Погнали, короче, ребята, мы погнали. Боже мой, от скуки с ума сходим. Сейчас я зарядочку возьму. У меня разряжается телефон, а я же снимаю. Я так устала. Блин, ребят, мы сходим с ума от скуки, у нас локдаун. А скажите, в какой вы стране и как вы переживаете локдаун, если он у вас есть? Чем вы занимаетесь, как проводите время? Вот, ну, у нас, конечно, съемки, но сегодня у нас съемок нет, потому что, я же говорила, мы поздно приехали. Сегодня мы вот, короче, сидим дома. Итак, кстати, посылки. Тут посылки для Даны. Да, Дана себе уже заказывает. Бери для начала, открывай свои посылки, а потом хочу вот этот. Дана заказала себе точно такой же набор. Это ну, не набор, а это подставки для помад, для косметики там разные. Такой же. Мы потом... У меня коврики еще. Да, ну у меня тоже были коврики, я их выкинула. Давай, доставай. Мне нужна зарядка, у меня сейчас сядет телефон. Пойди зарядить. А как? Ребят, мне, ну, у меня, короче, сидит с телефона, а розетка мне нужна. А сколько было процентов? 10? Нет! В нос! Давай, да, давай. В нос! Мне нужно зарядить телефон, у меня сейчас сядет. Значит, мы сейчас... Кейс, короче, это кейс называется? Это, нет, ну это типа шкафчики для разных там помад. Короче, это будет бьюти-дама, она будет, ребят, все, типа, мейки делать, она взрослая, 9 лет. На самом деле это шутка. На самом деле это шутка. Давай. Серьезно, ты не умеешь? Я умею краситься. Давай по-быстрому распакуем все. Так, вторую. Давай. Да, это же тоже. Ком. Боже мой, с таким лицом надо посылку. Вау! Я? Ребят, нет, Дана. Ребят, если что, мы скажем. Мы перед этим, я уже все коробки порвала, чтобы, короче, было легко открывать. Так, то есть я видела, девчонки не видели, что здесь. Дана, чемодан, Дана. Слушайте, ребят, подождите, он такой крутой. Дана, это ты сама? Это, ребят, заказывала даже не я, это заказывала чисто Дана. Она нашла в интернете, вместе с папой. И, короче, Дан, классный, прям вообще. Стоп, тут еще один. А где ручка? Вот. А что, она оторвалась? Ну да, во время поездки она всегда открывается. Все. Стоп. А. Короче, ребят, прикиньте, класс. Даночка, подаришь мне один? Нет, два. Ладно. Что ж ты будешь складывать? Губная помада. Маска. Для губной помады здесь, я думаю, места как бы, ну, достаточно. А палетки? Спонжики? Можно сумочку, как сумочка, типа. Да, только с ручками проблема. Такую сумочку ты быстро потеряешь. Приклеить можно, на суперклей. Ладно, окей, показывай, что там еще. Ребят, мы тут вещички, короче. Не потеряешь? Что? А вот такую вот сумочку не потеряешь? Не потеряешь. Все, я починила. Мы тут заказали пару вещей. Вот, сейчас Диана откроет, покажет. Итак, первая у нас вот эта посылка. Это мама, походу, заказывала себе худи. Снижку. Да, ребят, я его заказывала себе, но мне не нравится оно. Мне не нравится цвет и мне не нравится длина. Смысл? Цвет не нравится? Оно миленькое. А ну померь ты. Ты в нем утонешь. Померь ты, Диана.
Короче, ребята так и заказывают все вещи, все отдают Диане. Вот, представляете? Диане очень сильно везет. Уже очень много розовых вещей. У меня худи Вэтменс, худи Баленсиага розовая. Я думаю, черная синяя. Оно и вправду маленькое такое. А еще знаешь, чем прикол? Оно летнее и оно тонкое. Так мое такое же. Нет, твое тяжелое такое. Но тебе кажется, оно длинное просто. А это такое же по качеству. Ну так это L-ка, это M-ка. Что, M-ка настолько в полтора раза меньше L-ки? Нет, это вообще оно изначально, короче, само по себе. Короче, ребят, как вам такой худи? Короче, я расстроена, не знаю. Я его буду летом носить под шорты. Сейчас я посмотрю. Телевизор всегда. Ну, да, она очень крошечная, но мне такие не нравятся. Я тоже, я люблю большие. Ну, ладно, короче, что ты там в рот берешь? Ну, это летняя, это не зимний вариант. Я его буду носить под что-то, короче, буду носить. Буду на съемки носить. Так, что-то там еще. А, я вспомнила, я здесь заказала два комплекта, черный и белый, короче. Сейчас, ребят, вам покажем. А это что? А, это футболка. Это футболку я себе заказала тоже в размере M. Ребята, я вам расскажу, почему я заказываю M. Потому что бывает, заказываешь SXS, а оно приходит тупо на Дану. Я не знаю, все бренды, они разные. Я уже сколько заказывала, и, допустим, ты заказываешь просто один бренд, первая вещь пойдет S-ка, нормальный размер, но этого же бренда другая вещь. Допустим, ты заказал футболку, все норм. Заказала кофту, она мала. Как? Короче, это футболка, а ну, расправь ее. Это размер M, но я ее буду, короче, подворачивать. Очень типа, здорово. Я думаю, что она будет норм. Я ее под широкие джинсы взяла. Хочу себе. Так, ребят, видите розовое? Я, короче, розовый люблю цвет. И розовый я люблю с самого детства и по сегодняшний день. Не знаю, мне кажется, это очень красивый, нежный, девчачий цвет. Последняя посылка. Это мои штанишки. Да, они очень прикольные. Это, короче, я в клипе снималась в зеленых штанах. Да, но это другие. Ну, да. Пошив похожий. Короче, ребят, в зеленые тоже я себе заказывала, но Диане отдала их для клипа, короче. Они там уже... Они идут в конце расклешенные, а сверху узкие. Да, эти штаны очень круто стройнят, хотя я и так стройная. Я, ребят, похудела на 6 килограмм из-за того, что перешла на вегетарианское питание, короче. Вот. Ладно, хорошо, так, давай. И вот эти заказали мы еще два комплекта, они мне очень понравились. Они, ну, я, короче, обожаю такие вещи. Это топ. Это топ. И вот такие вот шорты. Шорты-трусы. На самом деле это шорты, я не знаю. Они, это если, шорты. Если в таком выйти в центр города, то никто не поймет тебя. Может, сверху надо что-то, ну, там, рубашку какую-то надеть, я не знаю. Вот, с помощью. А реально так сходит? Да, это шорты. Так это капец, это тупо трусы. Ой. Я не знаю, блин. Ну, похоже очень на трусы. И я заказала такой белый. Ну, я не знаю, где-то, может, поедем отдыхать, ну, может, и наденем. Да. Ребят, смотрите, какая милота. Я обожаю такие всякие рюшики, такие нежные вещички. Я не знаю, я очень люблю. Не, я люблю вещи другого типа плана. Ну, раньше, до того, как я не начала носить худи, там, штаны, там, джоггеры, кроссы такие большие, мама носила всегда все очень милое. Да. Но потом она увидела, она померила, по-моему, у меня худи и штаны. Ей нужно было куда-то поехать, и она взяла мои вещи. И ей понравилось, и, короче, она теперь тоже так одевается. Да, ребята, а еще знаете, в чем прикол? Это удобно. Когда ты в таких вещах везде едешь, это как-то, знаете, ну, неудобно. Ты чувствуешь себя немножечко... Это надо постоянно живот стягивать. Да, живот стягивать, короче, все. А в худи ты такой расслабленный. Но худи это такое, это повседневное. Это, ну, ненарядная шмотка. Ну, конечно. Так, ну что, распаковали мы наши посылки. Да. Что, мы покажем нашу пушку-ракету, которая у нас находится... Наш холодильник. Типа, на я боюсь. Идем. Блин, у меня сейчас, я так и не поставила телефон на заряд. Так, а сколько процентов? 3%, ребят. Я не знаю, досниму я влог или нет. Досниму. Мне нужна зарядка. Ваня! Наша Ваня, смотрите, тут нет, блин, свои косточки раскидывает. Ау. Грязная вся. Заходи, Даночка. Завтра я еду на груминг. Пяти и Ваня. Так, ребят, смотрите, что у нас есть. Это очень классная штука. Смотрите, мы купили солярий еще давным-давно, еще в феврале месяце, да, мы его купили? Перед тем, как мы улетали за какое-то время. Да, мы хотели, короче, перед отдыхом подзагореть. Классная штукенция в том плане, что есть вот такая вот штучка. Покажи, Диана. Это крем, который...
Знаете, вот когда вы на море приезжаете, вы намазываетесь кремом, чтобы там загар наоборот на вас хорошо ложился. Вот это точно такое же, только специально для солярия, чтобы еще. Ну, короче, ребят, мажешься и быстро загораешь. В этом солярии за один раз ты уже делаешься такой, типа, ну, смуглый. Да, но потом после первого душа ты уже все, не смуглый. Да, она уже пошла с бани загорать. Очки. А покажи, какие они прикольные. Кстати, ребят, я последний раз играла, и, короче, у меня от этих очков такие круги белые, а лицо получилось красное. Класс. Лариса не может ходить. Так, ну что, я хотела, короче, Диана показала, как он работает. Сейчас, здесь еще один. Блин, где мне зарядку включи? Вон там розетка. О, сейчас я. А чего там 4? Опа. Больше. Кого? Карту. Где, покажи, я не вижу. Карты 4. Было больше, по-моему, или мне кажется? Нет, 4. Короче, смотрите, здесь вот такие карты. Mm-hmm. Есть вот такая вот для загара 3 минуты. Mm-hmm. Коллаген 20 минут. А от коллагена разве ты загораешь? Он и коллаген, и солярий. Положи собаку, Дан. А, там получается и коллаген, и солярий, и все вместе. Типа, да, ну загорела я, загорела. И потом есть 12 минут ты загораешь в солярий и 6. Mm-hmm. Да, я загорала 2 раза по 12 минут. Ого. Да, но в чем прикол? Он так круто охлаждает, что ты даже не чувствуешь. Ну, очень прикольно. Короче, ребят, мы солярий купили самый, типа, компактный, чтобы его всунуть, чтобы он влез. Сейчас Диана показывает, как она, короче, туда заходит. Диан, купальник надевай. Да. Готовы? Да, давай. Это с коллагеном. Ой, да. И все, закрывайся, загорай. Да. Короче, ребят, вот так вот, ну, ты покажи, ты заходишь, закрываешься. Сейчас, стоп, я ничего не вижу. Так очки надо одеть. Ты вот так стоишь, я еще иногда кручусь. Блин, этот же красный горит, а вообще я загораю. Он белым горит. Я не знаю, почему сейчас красный, потому что белым горит и красный. Короче, это красный, я загораю в белом цвете. Мне кажется, это так странно. Короче, ребят, представьте, это такой портал. Короче, заходишь и... Нет, не портал, это хорошая ракета. Заходишь, такой, типа, нажал кнопочку и полетел в космос. Короче. Ладно, все, выходим. Там шумит вентилятор. Он нас включает. Пойдем. Ребят, мы и живем. Типа, короче, на отдых не полетели, так развлекаемся. Возьми, пожалуйста, воду, если не хочу пить, вон она стоит. Вот, поэтому... Ты уже здесь, Бани. Бани, ребят, посмотрите на эту грязнулю. Она у нас... Сегодня был дождь, она у нас погуляла и стала очень грязная. Завтра на груминг, где она ее увезет. Все. Так, ну что, я думаю, что пора брать ключи. У нас, ребят, на улице уже поздно. Сколько уже время? 10:30. Пол 11, но мы хотим вам показать Петиш дом. Короче, вот, потом мы там будем снимать видео, вы увидите уже его более собранном виде. Но я хочу показать вам, там просто есть такая штука красивенная. Вот, я хочу снимать. А мы уже говорили, по-моему. Да, но я же хочу, ну я повторяю. Ванечка, пахнет лососем. Она сегодня ела рыбку. Я сварила рыбку. Так, ну что, иди за ключами и будем передвигаться. Так, сейчас пойдем, короче, в другой дом. Там уже почти все закончено. Интересно, как там все будет? Ребят, ремонт, типа, должен был закончиться за 2 месяца, но он шел полгода, представляете? Не так все быстро. Мебель, во-первых, ехала... Что? Тянула один день. Да, конечно, да. Ну, такая, сделай бы ремонт за один день. Деловая сосиска ты. В общем, ребят, мы думали, что ремонт будет 2 месяца, но он длился полгода, потому что мебель ехала с других стран, короче. Все это, типа, ждать надо, заказывать, ждать. В общем, сейчас пойдем и покажем, понравится вам или нет. Так, ребят, вышли мы на улицу, у нас дождь. Тихо. Ну, не отрывай ее, Диана нашла улитку. Я ее возьму на руки. Ай, какая она хорошая. Сейчас, тихо, не пугайте, она сейчас вылезет. Мы были когда в Доминикане, они вообще не боялись, они так вылазили. Ладно, ложи ее в травку и пойдем. Блин, она представилась. Ну, травка, сейчас тут ее на нее наступит. Никто не наступит. Нет. Ну, мама, травку. Нет, она сама знает, куда ей ползти. Не знаю. Взяла ее, оторвала от земли. Она вылезла. Диана, принеси ее на траву, она может... Тихо, она вылезла. Блин, показалось. Ну все, пойдем. Ладно, все, пойдемте, ребят, идем. Короче...
вышли на улицу, идем в другой дом. Так. Вот тут еще одна кошка. Так, тихо, главное не наступить. Ой, их много. Ребята, их повылазило очень много. Смотрите, какие сладкие. Вот еще, вот еще. Ой, зимой. Они всегда... Да, обалдеть. Смотрите, смотрите. Реально, ребят, смотрите. Вот, вот вылезло прямо. Видно. Слушай, они, наверное, уже все. Они, наверное, уже из нор повылазили. Вот еще так, одна. Да, все, идемте аккуратно. Не оставайся. Блин, аккуратно. Так много. Класс, их, они повылазили из своих норок, наверное. Ну да, вот длинная вообще. Вау, круто. Она такая большая. И, класс. Боже, какие шлотки. Куда они ползут? Это дождь, и они повылазили. Червяк. А, фу, ребят. Ай, боже, фу, идем, я боюсь. Ребята. Жесть. Идем, ты не будешь... Господи! Кстати, а вы знали, что он, если... Он не убьет эту случайно улитку? Нет. А вы знали, что если червяка разделить на две части, то он все равно сможет жить дальше? Да, Диан, мы такое тоже в школе учили, и ты учила, молодец. Я рада, что ты что-то помнишь. Да, могу улитку. Вот, стоп, стоп, ты не улитка? Нет, я смотрю. А, нет. Короче, ребят, я тут в шоке. Просто у нас шел дождь, и поэтому, короче, немного больше тоже заберем. Вау, у нас тут так полки. А что у нас тут свет не загорается? Влево, там улитка. О, еще улитка. Так, ребят. Дамочка. Боже мой. Это... Это нет, это что-то непонятно. Это листик. Господи. Ребята, мы подумали, что ты... Похоже, слушай, а что это реально? Фу, блин. Мама, короче, ты... ребята, жить в частном доме... Кошка с нами. Привет. Идем. Идем, идем. Ребят, жить в частном доме, это я вам хочу сказать, много можно чего увидеть. Ребята, и вот он, ура, второй дом. А, тупо называется он гостевой. Короче, идем, поднимаемся. У меня сейчас сядет телефон. Не сядет. У меня сейчас сядет телефон. Давай. Так. Я чувствую, что скоро кто-то сюда переселится. Мне кажется, что или Диана, или Дана. Даночка, ты там, ты переселишься туда? Ты будешь там сама жить? Ты же без мамы не сможешь. Ребят, нам делать давно нечего. Ночью идти снимать вам влог. Вытираем ноги. Я вытираю. О, боже мой. Короче, ребят, я думала, что тут уже, ну, типа, больше разложено. Точнее, ничего не разложено. Короче, ребят, вам что-то понятно? Я вам сейчас расскажу. Сейчас Диана включит свет. Я вам хочу кое-что показать. А, ребята, смотрите! Вау! Леди Банни! Ребят, смотрите, какая классная штукенция. Это такой вот логотип. Класс! Встань рядом с логотипом. Шнуровки такие же. Леди... Подождите. И Банни, только я коррекцию сделала, ну короче. Окей, встань за логотипом, ну посмотрим, красиво будет фотка. Класс. Так, ребят, смотрите, это у нас дом гостевой, поэтому он будет небольшой, ну вернее, он небольшой. Ну, у нас вот здесь вот кухня, и тоже розовая. Горошек. Что у нас? Да, двери. Я хочу посмотреть. Так, пол. Что тут темно? Идем. Вау, здесь же лица. Я это хочу увидеть. Мы тут много чего не видели. Смотрите, как они упадете. Тихо-тихо. Опа, свет. Только, походу, здесь я проверюсь. Я тоже. Это вау. Лестница на первый этаж. Крутяк. Тут еще... Еще зеркал. А, ну да. И лестница. А лестница идет. Это лестница на чердак. Чердак есть? Можно, типа, лазить там. Так куда же ты пошла? Мы до туда дойдем. Поднимайся, мы здесь покажем все. Это смотрите, ребят, розовый цвет и голубой. О, круто. Вау, какие красивые лампочки. Ребят, честно, мы здесь еще не были. Я была только на начальном. На начальном этапе, да, мы здесь были. Идемте. Я уже жду, Нидорочка все разложит. Красиво. Комната номер. Вау. Так. Здесь, ребят, будет комната общая Дианы и Даны вместе. Дана, вруби там свет. Только тут грязно. Ой, точнее, тут чисто, надо разуться. Блин, это так мило. Я в шоке. Класс. Чувство, я открываюсь. Блин, как это мило. Когда все шторы не повесили. Хотя, короче, оно закрыло. Короче, Диан, ты будешь, типа, как маленькая девочка спать в одной комнате с Даночкой. Ну да.
Ой. Провалилась. Класс, так красиво. Какая лампочка. Блин, я что? А я хочу вам посмотреть. И что там, какой там вид с окна? Так, ребят, сейчас я тут разую, что-то, кажется, уже убрали все наклейки с полов. Короче, надо разуваться, сейчас разую. Короче, мне эта комната очень нравится. Тебе нравится, да? Да, мне очень нравится. Моя вторая кровать, это первая. Это полка какая-то. Сюда можно что-то поставить прикольное. Так, ну... О, а вот шкаф. Шкаф типа с витриной, классный. Ребят, видите, живя по соседству, я здесь первый раз. Я только видела по картинке, как оно будет, но не заходила. То есть не контролировала ничего. Что? Может, пойдем в следующую комнату? Пойдемте. Так, красиво. Короче, ребят, мне вот этот вот нравится очень сильно. Торшер. Очень красиво, да. Так, ребят, кто-то может подумать, что мы сумасшедшие, розовая. Но, блин, это что-то вот, не знаю, это похоже на что-то вот по нашему стилю, по нашим видео. Да, Тя? Да. Посмотрите, как классно. Я хочу уже здесь жить. А какие-то полы мраморные, что ли? Нет, это здесь полы, микроцемент. Ребят, это здесь у нас будет, кстати, кабинет. Тут еще не все. Чего я моргаю? Я не могу здесь снимать. Но здесь еще не все это поставлено, не все сделано. Пойдемте дальше. Короче, ребят, смотрите, тут... это все, это будет у нас декором. Смотри, как оно красиво покрашено. Кошка зашла. Привет. Она сюда заходила уже много раз. А, да? Конечно. Есть еще одна комната. Сейчас. Тут, ребят, у нас будет телек. Здесь мы будем зависать. Здесь мы будем, кстати, снимать видео. Вот. Диана здесь уже собирается тусить с друзьями. Я не знаю, там уже напридумывала себе, насочиняла. Но если все будет норм, типа, и всему не придет конец за последней тусы. Что? Небольшая компания. Небольшой. Ух ты, ребята! Вот это вообще, смотрите, у нас тут какой-то такой торшерчик. Который встроен. Нет, он какой-то прилеплен. А, вот он. И он угловод. Вау, он очень крутой. А ну стой, давай спи. Тут еще аж есть дверь, санузел. Да, вот. Он еще не готов. Но тут будет очень красиво. Блин, тоже. Орешки кто-то не доел. Тут еще не готово, тут неинтересно, пойдем. Я тут думала, уже почти все готово. Раз уже мебель пособирают. А где? Вот, да, она побежала. А, точно, это гардероб. Не, ну посмотрим. Это гардероб. А, ну должен быть. Мам, идем на первый этаж. А на первом этаже все готово. Не знаю, я там тоже не была. Короче, ребят, что мне здесь больше всего нравится? Мне здесь больше всего нравится вот это вот. Вот это, потому что здесь красивая кухня. О, холодильник уже здесь стоит. Розовый? Нет, он не розовый. Подними. Вот такой белый. В таком, да, этот бренд известный, но он классный. Он типа такой старинный, но он офигенный. Класс. Все пахнет так, ну, по-новому. Все, я хочу здесь уже. Пойдем вниз. Ребята, сейчас смотрите, как вы тут прикольно сделали. В воздухе висят такие эти. Зеркала-то сегодня приклеили, они еще нет. Я думала, они на этих штуках. Так, здесь надо разуваться. Сейчас, подождите. Короче, ребят, вот это вот, чтобы вы понимали, это башня. И, короче... Кстати, моя комната тоже в башне, которая в том доме. Да, у нас дом из башни, типа, построенный. Ой. Блин, с освещением, видал? Мам, это у тебя вспышка работает, заново. Нет. Да, надо... Вот сейчас хорошо, там было плохо. Так. Заходите сюда. Ух ты, а это что? Это Данина комната. Вау, Даны розовый шкаф? Да, да. Я уже даже забыла, что должен был быть розовый. Короче, ребята, это комната Даны, здесь ты уже... Какой крутой, ух ты. Это мое, даже не мечтай. Успокойся, да. Все, начался делёж. Блин. Ух ты. Яна, твой кабинет. Как это? Подожди, как это Дианин кабинет? Да, вообще, да, я старше. Так что... Нет. Может, это... Нет, здесь будет Данина мастерская. Да, может, и мне припадёт. О, смотри, какая прикольная люстра.
класс. Нет, это все буду я тут жить. Это ребят, нормально, да? Мы здесь полгода шел ремонт, мы блин, я не знаю, вот прям с окон люди на этот дом, мы не ходили даже смотреть, что тут делали. И мы даже уже позабывали, мы позабывали, что вот здесь вот розовый будет шкаф, из шкафов вот санузел, смотрите, это классно. Это очень круто. Вообще, так и не поймешь. Да, ну все. Выпусти ее. Выходи давай. В общем, здесь будет Данина комната, и здесь будет Данина мастерская. А здесь выход на террасу. Прикольно. В общем, ребят, приезжайте к нам в гости, и мы вас поселим в нашем гостевом доме. Вот в таком вот розовом, красивом. Здесь еще перила недоделанные, здесь у нас еще стекла. Здесь у нас что-то будет тоже красивое, я уже не помню. Нет, не кушать, какая-то будет, типа... статуя стоит. Короче, ребят, мне так нравятся светлые дома. Ну, посмотрите, как классно, блин. Как замок. Поднимай сюда, Настя. Блин, было бы круче, если бы этот цвет был светлее. А, да, но сделали почему-то темный. Я не знаю, я думала, что будет светлее. Ну ладно, все равно очень красиво. Ребят, на телефоне она не так сильно понятен цвет. Тут идет розовый, голубой. Я упаду. Я думаю, что нет. Давайте я попробую. Нет, давай сюда. Короче, ребят, цветной дом у нас. Да. А можно его открыть? Я не знаю, там еще... Там, кстати, ребята, у нас на чердаке тоже много места. Мы там думали сначала сделать кинотеатр, но потом передумали, потому что... Ты хочешь кинотеатр? Паук, боже, Диана, я сейчас иду, я тоже боюсь. Короче, мы хотели там сделать кинотеатр, но потом передумали. Ну, короче, пока что мы... Пишите, кстати, что там можно сделать на чердаке. Любой, не надо покупать. Да, дом такой, конечно, ну, компактный. А тебе как, Диана, он по размеру? Он очень хороший. Большой. Он похож на наш дом, ну, салатовый, да? Да. Мне вот здесь очень зона нравится. Можно посидеть? Нет. Это стол. Киса, ты будешь жить здесь? Иди сюда. Так, розетка. Я подержу свой телефон. Опа. Так, ребят, ну что, мы вам сделали такой небольшой рум-тур по нашему дому. А когда он будет уже готов, вы увидите в наших новых видео. Вот, так что у меня световой горит. Тут еще все в тряпках каких-то, в целлофанах. Я думала, что тут уже все сделано. Я думала, что, ну... Только поубирать осталось, а на самом деле нет, еще тут надо дособирать. Ну, в общем, ребятки, наш гостевой дом для вас, приезжайте в гости, мы будем вам рады, кто хочет. Все, а мы, наверное, будем идти ложиться спать. Да. Короче, не знаю, сняли для вас такой влог, он, конечно, наверное, нудный, но, ребят, простите, я не знаю. Никуда сейчас не поехать, что оставить у меня с телефоном. Все, одевайся, да. Ну что, кто здесь будет жить, Диана или Дана? Дана может здесь жить, а я здесь тусить буду. Подожди, ты здесь будешь жить одна? Ты же маленькая. Нет, Дана. Мы просто, ребят, решаем. Типа, Диана уже взрослая, она может сюда приехать жить скоро. Не хочешь? А, но у нас есть еще другой дом, вы помните, мы вот клип в нем снимали. Сначала Диана хотела жить там, теперь Диана хочет жить здесь. Но с Дианой здесь что? Побольше хочу. Маленький? Не, ну в принципе, нет, я тот, который... Не, ну как вас собираете, там по 30 человек туда, он будет маловатый. Ну в принципе, норм. Что ты выцепилась? Жить там одной, нормально. В общем, ребят, не знаю, я думаю, что скоро Диана уже станет совсем взрослая. Мне в следующем году 18. И может быть Диана здесь будет жить, может в другом доме будет жить. А может вообще все поменяется, и мы вообще... куда-то уедем или переедем. То есть пока что мы вообще ничего не знаем. Как оно будет, что оно будет. Ты передаешь привет нашим подписчикам? Да. Хорошая киса. Ребят, наша кошка охотник. Она каждый день приносит мышку. Она у нас такая умница. Но мне мышек очень жалко. Лучше бы она не приносила. Ну что, ребят, пойдем мы отдыхать. Все, мы вас любим, целуем. Мы сняли для вас влог. Надеюсь, вы будете рады. Вот, показали вам чуть-чуть нашей жизни, вот, на локдауне. Всех любим, всех целую, всем пока. Пока, пока, наши любимые. Все, пойдем домой, Диан. Да, тут уже руку, да?
Тогда я руку, потому что долго будем сидеть. Ребят, я тут кроссовку в пижаме, в куртке. А, надо же типа домашний влог. Ну все. Ой, я приклеила. Пойдем. Все, погнали, мы погнали. Включаем свет. Ой, зарядка. Тут надо везде включать. Мне вот это не нравится, что за мерцание. Ладно, все, ребят, пошли мне спать. Пока.